Приветствую, 5 минут есть. Скажу пару слов. Нет, 5 минут, все же нет, 2 минуты. А Армин здесь, адвокат? Сейчас подойдет она. Сейчас подойдет, сейчас пресса здесь. Записывает вас. Вы передали, что пока дата открытия заседания неизвестна пока. Если я не успею ей сказать. Вот тогда всех приветствую. Вот Екатерина пришла. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать, что пока график длительного свидания неизвестен. Он будет известен только после 20 числа. Вот просто чтобы вы передали. У меня тоже есть о чем сейчас пресса закончит. Мне надо вам еще много сказать. Я соскучилась. Вы хорошо выглядите. Как себя чувствуете? А? Обязательно. Как, Слушайте, как себя чувствуете? А, да, хорошо. Мне там написали. А что за дело журналистов какой-то? Мне вот кто-то написал. Сейчас пресса выйдет, мы с вами пообщаемся. А? Для общества скажите пару слов. Давайте, снимайте меня. Вот. Что вам сказать? Всем, Алексей, всем приветствую. Я всем благодарен, кто признателен, кто мне пишет письма, поддерживает. К сожалению, вот выясняется, что не все письма до меня доходят, и не все мои ответы получают. Вот, но я хочу заверить всех моих соотечественников, да, сограждан, всех, кто за меня беспокоится, что я отвечаю на все письма очень быстро. Вот, абсолютно на все, то есть, тем более вложен конверт для ответа, адрес указан обратный. Не все даже, к сожалению, указывают точный, ну, четко указывают свой обратный адрес. Но хочу заверить, что я отвечаю на все. Алексей Александрович, шаг назад сделайте. Да. Или пониже, Саш. Пониже. А вот пониже теперь опуститесь. А можете, потому что тут хотят... Я могу сесть. Нет, не, чуть повыше теперь. Вот теперь... Ребят, свет нормально зато. Да. А вот теперь... Нет. Тут пытаются вас между решетками поймать. А можете вот прям приспуститься? Чуть-чуть. Вот так вот. Чуть-чуть не... О, отлично. Отлично. Спасибо. Все, уважаемые, заканчиваем. Заканчиваем. Спасибо. Все, спасибо большое. Все, счастливо. Саша. Алексей Александрович, пришло очень много народу. Все знали о том, что заседание закрыто. Суд назначил дату рассмотрения дела по существу. Дело будут рассматривать во Владимире на выездном заседании Владимирский гарнизонный военный суд 27 ноября в 11 часов, а также 28 и 29. Алексей всем передавал большой привет. Для него на самом деле очень важна поддержка. Заседание, да, важно, пока по нашей информации будет открытым судебным заседанием. Вот. Алексей чувствует себя удовлетворительно, наверное, знаете, его беспокоит бронхит, ну, соответственно, в колонии нет тех условий, в которых можно как бы, с его состоянием здоровья существовать. Вот. Ну, есть проблемы с передачей лекарств также. В целом все.